Библейский портал экзегет.ру представляет. Десятая глава книги пророка Исаии, читаю свой перевод для библейского портала «Экзегет». И вот бывают разные главы у Исаии, предыдущие, восьмая, девятая, какие-то седьмая тоже, какие-то они сложные были. Вот. Понятно, что вообще война ожидается, и все будет как-то плохо, но что конкретно, не очень понятно. А вот десятая все довольно просто. И вот нам бы хотелось, чтобы Исаия как-то более тематически однообразным был. Да? Вот сначала давайте вот все про обличение израильтян, какие они плохие. Потом там все про Северное Израильское царство и его попытку союза с Сирией. Мы это читали. Потом про Ассирию. Это, похоже, звучит, но разные государства. А у него все вместе. И, конечно, это, судя по всему, пророчества, которые произносились более или менее последовательно во времени, но каждое самоценно, самостоятельно. Да? То есть он не говорил, вот в этом году я пророчествую про то, какие плохие вещи творятся в Иерусалиме, а в следующем буду говорить про Ассирийское царство. Нет. Нелогично, да, то есть он переходит от одного к другому в рамках одного и того же пророчества. «Горе тем, кто злые законы принимает, жестокие решения выносит, угнетенного не допуская в суд, бедняков моих правосудия лишая, делая вдов своей добычи и сирот обирая». Ну, понятно, обличение судей, жестоких правителей, которые лишают справедливости простых людей. «Что же будете делать в день суда, когда нагрянет погибель издалека? Кому побежите за помощью? Где схороните богатство, чтобы не стоять на коленях среди пленных, не лежать среди убитых?» То есть речь даже не идет про там, загробное воздаяние, про высший суд. Речь идет об очень простой вещи. Вот вы так себя ведете, а ведь скоро вам лежать среди убитых или быть на коленях среди пленников, которых потащат на веревке в рабство. Что вы тогда делать будете? Вы приближаете своим несправедливым судом этот день. «Притом не иссякает Божий гнев, и еще занесена его рука». Это такой рефрен, он из прошлой главы пришел. Там идет речь про нашествие ассирийцев. «Увы, Ассирия, вот бич моего гнева, жезл моего негодования. Ассирия – инструмент. Я вас наказываю, вас, тех, кто творит неправедный суд, притесняет несчастных». Да? А Ассирия – это инструмент, как там бритву одолжу у царя ассирийского. Вот дай побрею этих. Взял, побрил, на, забирай. Да? То есть не более, чем вот такая должная бритва. Ну, здесь жезл, бич, то есть то, чем бьют. «Я пошлю его на неверное племя, на народ, на который я разгневан, грабельски грабить, добывать добычу, топтать, как уличную грязь». Вот, оказывается, Бог может и такое сделать, то есть отправить для какого-то унижения, разгрома. Но не так она сама себя оценит, и не это замышляет она в сердце, она это Ассирия. Замышляет она как бы погубить, истребить побольше народов. Скажет, все мои вожди не цари ли, и Калнене равен ли Каркемишу, Хамат Арпаду, а Самария Дамаску. Это различные города, которые были так или иначе покорены ассирийцами, да? Смотрите, а ведь не страшно, что ассирийцы совершенно по-другому себя ощущают. Вот они думают, что мы не инструмент, они думают, мы самые тут великие. «Одолел я те царства с их башками, хотя идолов было там не меньше, чем в Самарии с Иерусалимом. Как сделал с Самарией, с ее башками, так поступлю и с Иерусалимом, и с его идолами». Что же это? Господь пользуется инструментом, а инструмент себя инструментом не признает, а Сирия себя считает самостоятельной силой. Ничего страшного. Главное, что вы понимаете, кто такая Сирия, что вы видите в Господе вершителя ваших судеб, а не в этих внешних политических раскладах. Как мы любим говорить о политике, кто там от кого зависит, кто там на кого нападает, кто там кого обижает. А есть вот вы и есть Господь, и все, говорит Исаия. Остальное – инструменты, обстоятельства событий. При этом они могут иметь совершенно другие представления. Они думают, что в Иерусалиме с его идолами, а в Иерусалиме много идолов, они сделают то же, что сделали в других завоеванных городах. Не сделают ничего. «Когда свершит Господь свое дело на Сионе в Иерусалиме, то осудит надменное сердце царя Ассирии, горделиво поднятый его взор». Рано или поздно и он это поймет. Но пока что он инструмент, а вы те, кого этим инструментом наказывают.
говорит царь Ассирии: «Это рука моя осилила, это мудрость моя измыслила, так я разумен. Границы между народами я стер, богатство их присвоил, как исполин их правителей низверг. Схватил я богатство народов, словно гнездо разорил, как оставленные яйца забирают. Так я забрал себе всю землю, никто и крылом не шевельнул, и клюва не раскрыл, не чирикнул». Да, вот такой надменный ассирийский царь. И тут же ему ответ: «Превозносится ли топор над дровосеком? Хвалится ли пила перед столяром? Поднимает ли палка того, кто ее держит? Посох того, кто не из дерева? Он инструмент, он этого не понимает, но это так. Посему владыка Господь воинств истощит тех, кто у него разжирел, запалит огонь под их славой, как костер разводит». То есть его ждет тоже своя очередь. «Свет Израиля вспыхнет огнем, его святыня пламенем заполыхает, в один день сожжет, истребит кусты и колючки, благородные лес и сады. Не останется ничего живого, как тает человек от болезни. Слишком мало останется деревьев, сосчитать их и ребенок сможет». Ну, вот здесь не очень понятно. «Свет Израиля вспыхнет», то есть, видимо, они победят ассирийцев, и эти деревья будут ассирийцами. Но, может быть, такой будет тяжелый бой, что и в Израиле эти деревья погибнут, и люди, конечно, тоже. «И в тот день уже не станут те, кто в Израиле остался, кто в доме Яковлевом уцелел, полагаться на нападающих, а положиться на Господа». Вот главный урок, да? Ассирийцы – инструмент наказать и исправить израильский народ, и с этого момента он поймет, что дело не в армии, не в вооружении, не в каких-то еще могучих таких вот земных обстоятельствах, а в Господе. «Он воистину святыня Израиля. Остаток возвратится». Шар Яшуф – это выражение еще будет употребляться, как имя собственное. «Остаток возвратится, остаток Иакова к Богу могучему». И это, соответственно, вот история про остаток, про то, что сберегается во всех бедствиях, и то, что становится началом новой жизни. «Будь народу твоего, Израиль, как песка морского, но только остаток возвратится. Предначертанное истребление, праведное, необоримое. Наведет погибель, как я и решил, владыка Господь воинств на всю землю». Вот вроде бы и плохо, но в конце хорошо, да, в конце все-таки этот остаток дает новую жизнь. «Владыка Господь воинств на всю землю. Посему так говорит Господь воинств. Не бойся, народ мой, что живет на Сионе, занесенного ассирийского жезла, поразит себя, как это делал Египет. Еще немного, еще чуть-чуть пройдет мое негодование, гнев мой против него же обернется. Господь воинств бич над ним занесет, как над Медьяном в битве у скалы Орев, занесет жезл свой над морем, как делал это в Египте. В тот день снимет с твоих плеч его бремя, его ярмо с твоей шеи, сломается ярмо от ожирения». Или, может быть, здесь «да спадет ярмо с твоей шеи». То есть, ну, смысл в любом случае, что ярмо будет наложено, ярмо будет средством вас наказать, израильтяне, но оно не останется на вашей шее навсегда. И вот описание ассирийской армии, которая нападает. Да? Мы не знаем современной географии, но представим себе, что это какие-то названия, которые мы хорошо знаем, там, сводки информбюро, лето 41-го года, срочно прислушиваемся и видим, что все ближе и ближе подступает вражеская армия. «Идут на Аят, проходят Мигрон, в Мехмасе оставляют запасы. Проходят проходы, в Гиве ночуют, трепещет рама, бежит Гива Саулова. Во весь голос кричит дочь Галима: слушай, Лайша, в Анатоте несчастье, Мадмен разбежалась, жители Гивима скрылись. Еще день простоит он в Нове, погрозит рукой горе Сионской, холмам Иерусалимским». Ну, нам это ничего не говорит, но представьте себе 41-й год, там захвачен Минск, проходят Смоленск, там в Вязьме оставляют запасы, вот уже там в Химках вражеские танки погрозят рукой кремлевским башням, посмотрят на них в бинокль и остановятся, дальше не пройдут. Вот буквально это здесь излагается. «Погрозит рукой горе Сионской, холмам Иерусалимским. Вот, владыка Господь воин с треском обломает ветки, срублены будут высокие стволы и унизятся вознесенные». Кто? Сначала израильтяне, потом и ассирийцы. Это универсальное правило. Мы все думаем, наши победят или не наши. А Бог думает, вознесенные проиграют, а смиренные победят. А уж кем вы окажетесь в этом раскладе, от вас зависит.
Заросли посечет топор железный, падут могучие кедры Ливана. Или можно перевести падут перед могучим кедры Ливана. Ну, кедр, это понятно, высокое, могущественное такое дерево, очень ценная древесина. И вот Ассирийская империя может быть ливанским кедром. Но дело не только в Ассирии, дело в том, что любая такая держава, которая себя ставит на первое место, а Бога там на 125-е, конечно, она подобна ливанскому кедру, который сам собой гордится. Особенно если она вдруг оказывается инструментом в руке Бога, но она этого не понимает, считает это признаком своего собственного величия. Ну а что же с Израилем? Вот что там в результате получится, об этом 11 глава.